Павла Дурова освободили из-под стражи. Нет, он не на свободе. Хотя ряд СМИ распространили неполную информацию об освобождении Дурова. В действительности в отношении предпринимателя прекратили содержание под стражей, чтобы можно было провести допрос. Это простая бюрократия. После этого Дурову, возможно, предъявят обвинение. Павел, как настроение? Павел, как настроение? Forbes пишет, что на Павла Дурова заведено уголовное дело и в Швейцарии. Беда не приходит одна. Мать детей Дурова подала на него в суд за применение насилия к их сыну и невыплату алиментов. Ирина Болгар в Швейцарии подала заявление на Дурова, потому что ранее тот перестал выплачивать алименты в размере 150 тысяч евро в месяц. Она обвиняет главу Telegram в том, что он 5 раз применил насилие к их сыну Давиду в период с 2021 по 2022 год. Как утверждается, ребенок получил сотрясение мозга и начал страдать нарушениями сна. Болгар рассказывала, что познакомилась с Дуровым еще в 2012 году, когда они оба жили в России. У них родилось 3 детей – дочь Лея, сыновья Даниэль и Давид. После расставания в 2018 году дети стали жить с Ириной в Швейцарии. Напомню, теперь у Дурова может быть уже и 1000 детей. Он стал биологическим отцом, потому что был донором спермы.